Ребята, мне кажется, я сошла с ума. Мы сегодня с Борисом зашли в магазин мяснов. Там продаются разнообразные соки. Ну, цена, конечно, дорогая, 129 рублей, вот такая бутылка. Но когда я увидела этот сок, я не выдержала. Я купила одну бутылку и попросила продавца открыть. Борис говорит: ты что, будешь распивать в магазине? Я говорю: ну это же не спиртной напиток. Поэтому я буду распивать в магазине. Ребята, и пол бутылки томатного сока этого я выпила. Он оказался обалденно вкусный. Там ассортимент очень большой. Мне предлагали еще персиковый, абрикосовый. Там очень много всего. Но я захотела томатный. Я не знаю, что с этой болячкой творится. Но я ем яблоки. Вот за два дня я съела 7 вот таких штук. Вот они огромные, они сочные, они кисло-сладкие. Больше сладкие, чем кислые, но жесткие. Я не нашла хрустящего меда или как он там, медовый хруст, но я купила вот этих яблок. В общем, с бешеной скоростью из-за этой болячки я ем яблоки. Я извиняюсь, я выключила звук телевизора, потому что телевизор орет. Вот. Еще я купила себе бананы. Из 8 штук остался один. И накупила сок. Ну, в общем, кому надо, тому заходите в Мяснов. Сок обалденно вкусный, вот просто обалденный. Выращено и произведено в Дагестане. В этой бутылке, которую я уже выдула, даже попадается... Не долечки, это я вам вру. Кожица, даже попадается кожица от помидоров. Вот. Ну и хотела сказать вам про акции, которые там есть. Если берете 3 бутылку, 4-я бутылка в подарок. Зачем я столько набрала, я не знаю. Но я выдула буквально за час целую бутылку. Но вот пришлось достать ее из помойного ведра и показать вам, что действительно это правда. Ну, в общем, тянет на овощи. Сегодня первый день, когда я не принимала мукалтин. Ну вот сейчас начала немного подкашливать. Наверное, мукалтин придется принять. Сейчас выпью горячий чай крепкий, сладкий, и уже, в общем-то, буду укладываться, отдыхать. Сок вкусный. Кто хочет, попробуйте, возьмите. Там разные соки. Может быть, вы выберете какой-то другой. Почему я выбрала томатный, я не знаю. Я томатный сок обычно пью только, когда куда-то мы летаем. Алла берет в самолете себе томатный сок, и я тоже, как попугай, беру себе томатный сок. Сказать, что я прям его очень люблю, нет. Нет, я бы, наверное, лучше выпила бы персиковый сок. Ну вот, видите, не знаю, почему-то моей болячке захотелось именно томатного сока. Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Ребята, сегодня уже лучше, намного-намного лучше. Погода зимняя, а Борис сейчас собирается за Машей в школу. Ну, не сейчас, еще где-то через часок, но смотрите, чем он занят. О, делает сырники для Маруси. Маруся очень любит сырники. И вот Борис решил ей приготовить. Сегодня Алла с Димой едут по делам, а Борис должен будет подменить их и забрать Машу из школы. Я пока еще не могу, я вся сопливая, я вся никакая. Мандарины надо положить в холодильник. Это все для иммунитета. Вы мне там пишете рецепты для иммунитета. Ребята, сделаю. Обязательно сделаю. Женька тут атаманша бегает. Ребята, а у меня еще стоит посылочка от Любаши, влог взрослой женщины. Посылка стоит давно, но я без вас ее открывать не хочу. Любашка из Кольцова уехала к мужу, к Василию, и счастлива, и довольна там, что ее мальчишки и муж рядом с ней. Посмотрите, что у меня сделалось с цветком. Посмотрите. Вот. Посмотрите, что у меня с бальзамином. Ребят, я хочу его выкинуть. Я очень хочу его выкинуть, и чем быстрее, тем лучше, потому что все вянет, все какое-то сопливое, и он портит вид. В хорошем горшке сидит вот такая вот гадость. К этому цветку я так и не подобрала палочку, вот, но пойду гулять, постараюсь, конечно, подобрать. Ну, и горшок здесь надо менять, мне так кажется. Я со своей болезнью запустила все цветы, вот буквально просто все цветы. Но Олечкины цветы растут. И цветут. И этот цветочек, и второй цветочек тоже. Вот видите, растет и цветет. Так, ну одну свою орхидею я выбросила и по вашим советам убрала всю лишнюю воду.
из горшков. Теперь орхидеи чувствуют себя хорошо. Листья плотные, жесткие, блестящие. Ну вот из этого горшка, наверное, орхидею нужно уже пересаживать, да, как вы считаете? И влаги тут нет, она тут подсушена, но она хорошая. Листья такие жесткие, листья такие плотные, ребят. Вот, обрезала я цветонос, ну, пересажу и буду ждать. Ой, а это что такое? Вот это что такое? Это подгнивает лист? А почему он подгнивает? Он не должен подгнивать, потому что здесь все сухо. Но мне надо купить землю, ну, кору и посадить. Я этот листик, наверное, аккуратненько уберу, посмотрю на видео. Вот, и чтобы орхидейка росла дальше. Ребят, мы получили вчера квитанции из Мосэнергосбыт. И там было написано, что мы обязаны поменять электросчетчик вот в коридорчике на 4 квартиры. Все 3 квартиры уже поменяли счетчики, только мы не поменяли. Пришел мастер, и я сейчас спросила у мастера, действительно ли надо менять счетчики. Он говорит, слухов по Москве ходит много. Новостройки некоторые, вроде как там бесплатно счетчики меняют старые на новые, но, как говорят, что уже половина домов новостроек сами устанавливают себе счетчики. Поэтому мы не стали ждать, когда нам отключат электроэнергию, а решили поменять счетчик. Вот, пришел мастер, сейчас будет менять, обесточит квартиру и поменяет нам счетчик. Вот. 4, по-моему, 150 стоит новый счетчик, мы ставим двухтарифный. Можно было трехтарифный поставить, но мы ставим двухтарифный. Вот. Так что вот, меняем счетчик, как положено, по закону. Тот, который я списал, тоже сегодня вечером отправлю. Наши девчонки перерасчет вам обязательно сделают. Спасибо большое. Я спросила у мастера, ребят, надо ли мне куда-то везти документы после установки нового счетчика. Мастер сказал, нет, никуда документы везти не надо. Операторы сами все сделают, сами все пересчитают, сами оформят все документы. И нам никуда не нужно будет ехать, не нужно будет стоять в очередях. Мастер сказал, что можно сделать поверку. Но мы поверку делать не стали, потому что срок службы нашего счетчика уже истек несколько лет назад. Решили заменить счетчик. Я выпустила Женьку, чтобы она сильно не боялась, что кругом живут люди. Пусть походят немножечко по коридорчику. Ой. Женька. Беги-беги домой, ага. Испугалась? Беги скорее, скорее домой, домой. Ага. Она боится резких звуков. Вот, ребят, смотрите, вот так выглядит двухтарифный счетчик. Сейчас мастер его опломбирует. И все, видите, как все быстро. Вот наш старый счетчик. Сделан в России в 2002 году. Вот, поэтому срок годности уже старого счетчика истек. Это надо будет выбросить. Ой, какой пыльный. Все, теперь мы с новым счетчиком. Сейчас тут грязи будет. Ох. Ну, все равно надо убирать этот цветок, потому что, ну, это не цветок. Надо его пересаживать было. Ну, ладно, все. Как говорится, нет цветка, и это не цветок. Сейчас попробую его аккуратненько оттуда выдрать. Ой, корневая система-то, ребят, ну совсем никакая. А земля в этом цветке очень хорошая. Пускай лучше она, эта земля, послужит какому-нибудь другому цветочку. Вот. А это мы сейчас выбросим. Не хочу больше иметь цветы, за которыми нужен вот такой вот тщательный уход. Я ленивая, я лучше приготовлю что-нибудь вкусненькое. А то он там... То свет ему не такой, то влажность не такая. Не хочу. Сейчас этот горшок поставлю на балкон. И потом придумаю, какой цветок на место бальзамина в этот горшочек посадить. Вот. Так что вот так, мои хорошие. Придумаю что-нибудь. У меня на кухне полно цветов. Что-нибудь пересажу. Ну, а вообще мне хотелось бы выбросить подставку. Я ее сначала завела, эту подставку. Так, радовалась. Белая, которая в комнате у меня стоит. Вот, так мне хотелось эту подставку. А что-то я сейчас подумала, что она, во-первых, и места много занимает, и занавески она мешается. Может быть, я даже посажу
Вот такой цветок сюда, потому что сколько они могут сидеть в банке, их пора уже пересаживать. Что вот так? Сейчас что-нибудь решим. Я решила далеко не ходить, и, как вам сказала, вот из этой баночки пересадила фикус. Что он тут мучается? Пусть пересаживается. Здесь остались растения, которые уже дали корень, но они мне не нужны. Я поставлю растения эти на площадку. Возможно, кому-нибудь и понадобится. Вот. А сейчас в этом горшке у меня будет расти фикус. Я посадила 3 веточки. Сейчас польем. И все. Пусть он тут живет. А то у меня были фикусы. Фикус Наташи, фикус Бенджамина. И они уже потеряли свой внешний вид, поэтому я решила их веточки укоренить. Веточки прекрасно укоренились. Вот, пусть продолжают жить и дарить кислород в квартиру. Вот, неплохие растения. Вот, пролила. Все, сейчас поставлю на место. А с полкой я что-нибудь решу. Не хочу я полку, не нужна мне полка. Слишком много места она занимает, и неудобно с этой полкой. Там занавеска за нее цепляется, не очень удобно. Что-нибудь придумаем. Алла с Дмитрием уже вернулись домой, и мы сейчас с Борисом встречаемся. И идем переводиться в другую поликлинику. Не хочется ездить по всему району. И хотим перевестись в нашу поликлинику, которой мы принадлежим по месту жительства и по месту прописки. Вот. Вы меня все время ругаете, что я без шапки, без шапки, без шапки. Когда я в шубе, я без шапки. У меня, смотрите, капюшон, он внутри меховой и снаружи меховой. И когда я застегиваюсь на нижнюю пуговицу, капюшон достаточно плотно прилегает к лицу. Поэтому, ну куда там еще шапку, ребят? Какая погода на улице хорошая. Опять снежок летит. Ну, под ногами слякоть. Это из-за того, что насыпаны химикаты. А так, смотрите, какой снег. Ой, как хорошо на улице. Дышится так легко, свободно. Ну все, прикрепились с Борисом к нашей поликлинике. Но тоже с трудом, народу много. Все хотят прикрепиться, никто не хочет метаться по всему району. Кровь из вены в одной поликлинике, кровь из пальца вообще в другой поликлинике. Ну, я вам уже говорила об этом. Вы молодцы, вы никто не возмущаетесь. Вам приходится по всему городу бегать. Ну, мы нашли для себя выход и перевелись в поликлинику, к которой относится наш адрес, где мы прописываем. Ой, сейчас ходим с удовольствием, продвигаемся. Добрый день, мои хорошие. Я не знаю, как вы, а я бегаю, ищу подарки. Теперь я буду искать подарок для Бориса. Приближается 23 февраля. Сейчас я отправляюсь в торговый центр «Кондор», который находится у нас на Бабушкинской, в тот отдел, мужской одежды, где я постоянно покупаю подарки для Бориса на 23 февраля. Помните, я вам говорила про серый свитер, из которого не могу его никак вытащить? Ну, в общем, решила посмотреть, может быть, там будет что-то интересное. Хотите, пойдемте со мной. В Москве теплая погода, мороза нет, но под ногами лужи и слякоть. Хотела поехать на выставку «Формула рукоделия», но потом здравый смысл мне подсказал, что делать этого пока не надо. Пока организм полностью не восстановился, делать этого не стоит, иначе я опять подхвачу какой-нибудь вирус. Поэтому отправляюсь погулять по своему району, ну и присмотреть что-нибудь Борису в подарок. В комментариях вы мне писали, что у меня нет красивых сумок. Да, возможно, красивой сумки у меня нет, но я совсем недавно покупала вот такую сумку, очень удобную, через плечо.
с боковыми карманами, с клапаном, который забываю закрывать. Она очень удобная. Ну, конечно, красивых сумок нет, очень хочется приобрести. Я уже 2 дня собираюсь пойти на фабрику Медведково. У нас недалеко здесь есть магазин. И посмотреть, какие размеры сумок там есть. Я смотрю видео Елены из Красноярска, которая присылала мне шарфики. Как я уже говорила, глаза разбегаются. И хочу хотя бы примерить размер сумки, какой максимальный подойдет к моему росту. И длина ручек. И тогда, возможно, я определюсь, потому что у Елены там новые поступления и очень привлекательные. Шла покупать кофточку для Бориса. Ну вот, мне понравилась вот такая кофточка на мне. Хочется что-то новенькое. Я зашла в тот отдел, где я покупала брюки с лампасами, где я покупала кофточку тогда, такую же, с таким воротником, и мне очень-очень хорошо. Похоже, я ее сейчас себе приобрету. Очень хорошая штучка, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Я вернулась уже домой, зашла в тот большой отдел, где я обычно Борису покупаю свитера, но, к сожалению, там вообще не было ничего интересного. А вот эту блузочку я себе все-таки приобрела. Она с длинным рукавом, трикотаж, очень мягкий, приятный к телу. Вот с таким геометрическим рисунком по переду от воротника хомут есть вот такое вот украшение. Также внизу есть карман, отделанный искусственной кожей с 2 пуговками. На боковинке вот такой вот разрез. Видите? Вот такой. На мне кофточка смотрится неплохо. Она, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. В общем, что-то новенькое такое. Кофточка истинно дамская, вот даже с выточками. Обычно выточки сейчас не делают, но здесь выточка присутствует. Из-за этого кофточка сидит очень хорошо. Рукав длинный. Так, как она выглядит со спины. На спине есть тоже... Так, сейчас, одну секундочку. Вот такое украшение в виде планочки и 4 блестящих пуговок. Приятный воротник, спокойная, приятная расцветка, подойдет под светлые брюки, но у меня в основном темные, но также и под темные брюки подойдет. Хорошая длина, закрывает зону бикини. В этом отделе я приобретала кофточки, ну, например, ту кофточку, в которой я была на дне рождения у Аллы. Также я приобретала сеточку, брюки с лампасами, как я вам говорила, и ветровку в горох. Да, ветровку в горох я пока ни с чем не надевала. Мне почему-то она показалась очень жаркая. Не знаю, может быть, я неудачно ее подобрала для себя, а может быть, просто не время было ее еще одеть. Она мне нравится. Вот такую вот покупку я для себя сделала. Что я хотела еще показать? Ходила, искала горшки для орхидеи. Мне нужен был горшок побольше. А также мне нужна была субстрат для орхидеи. Так, грунт. Ребят, по-моему, я что-то не то купила. Здесь специальный грунт. Да, я чувствую, что он мягкий. Оптимальный водно-воздушный баланс. Буду пересаживать потом орхидею, но здесь почему-то есть земля. Странно. Во всех видео я видела, что как таковой земли не должно быть в орхидеях. Должна быть кора, а земли быть не должно. Короче, я расстроилась, как вообще, куда я смотрела. Я же говорю, я еще пока болею. Так, что здесь? Состав. Состав. Кора сосновая, уголь, торф верховой, дренаж керамзитовый. Я что-то не то взяла.
Как всегда. Так, я еще купила удобрение фаска для орхидей. Вот так выглядит удобрение. И купила горшок, какой был. Вот такой. Он зеленый. У меня никогда не было зеленых горшков. Для орхидей они обычно прозрачные. Но, ребят, вот что нашла, то и купила. Знаете, как всегда бывает. Покупаешь... Ой, то, что есть. Когда видела в магазине, купила один горшок для орхидей, хороший, нормальный. Это как вот у мамы. А у меня вот будет вот такой вот страшненький, зелененький. Ну, может, и ничего. Корни орхидеи зелененькие. Ну, хотя, мне кажется, это горшок не для орхидей. Хотя он позиционировался как горшок для орхидей. Хотя здесь тоже написано, смотрите, видите, написано вот. Вот, горшок цветочный для орхидей, 2 литра. Ну, ладно, я посажу потом и посмотрю. Ну, заодно и землю посмотрю. Фаска, фирме Фаска я всегда доверяла с землей, но что-то меня смущает. Ошибку я допустила или нет, буду ждать от вас комментарии под видео. Грунт для орхидей, цветочное счастье, 2,5 литра. Ох, ладно, немного я расстроилась. Вот такие покупки я сегодня сделала. А на этом все, мои хорошие. Я сегодняшний влог хочу закончить и хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго, всего вам хорошего. А я закрываю влог расстроенный. Ну, а может быть и ничего. Может быть, зря я расстраиваюсь.